К другим темам. Сегодня в Кабардино-Балкарию с рабочим визитом прибыл председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. На встрече с преподавателями вузов и учеными обсужден ряд вопросов, в том числе и перспективы развития регионального отделения. Российское историческое общество еще в 2016 году поступило обращение о создании отделения. Мы его сразу поддержали, но сообществу, профессиональному сообществу историков, в первую очередь, потребовалось вот несколько лет для того, чтобы выработать какое-то общее понимание и плана работы, и порядка этой работы. И сегодня состоялся очень интересный разговор. Мы говорили о том, что в фокусе внимания отделения будет и приближающееся столетие создания республики. Это очень важный юбилей, который и на федеральном уровне заслуживает того, чтобы о нем историки говорили. Это целый ряд конкурсов, проводимых по линии как Российского исторического общества, так и Фонда истории Отечества. И я надеюсь, что вот сегодняшний наш разговор даст старт такой интенсивной работе отделения Российского исторического общества в Нальчике. Состоялось обсуждение кандидатуры руководителя отделения. Было принято решение предложить президиум Российского исторического общества. Именно президиум РИО принимает окончательное решение. Три кандидатуры. Кандидатуры председателя совета и двух его заместителей. В качестве председателя совета коллеги предложили Татьяну Борисовну Егорову, председателя республиканского парламента, и в качестве заместителей двух профессоров университета, Кажарова и Боразбиева.